Всем привет, с вами Дима, сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Я уже сошёл какая-то версия, ой, серия. Версия-то я знаю какой, 1.14. Это же новая версия. Вроде так. Что у меня? Печки ничего нет. Железо все расправим. Тогда, кстати. Первый раз... А что ты можешь уже камень? Зачем мне шарить камень? Что? Окей, идемте. А, точно. Я все равно боюсь выходить. Очень боюсь выходить. Я положу все самое ценное, что мне не понадобится. А, нет, это мне понадобится на почте. Так, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Тут не понадобится. А еще мне надо сделать. Просто я не могу сделать. Блин. Не выходить еще. За деревом. Туда тоже не пойду. Точно, я хотела в деревню пойти. Идем ты в деревню. Так. Ну, семечки найдем. Где семечки? Так. О, ты зеркало. Двери крутые. Ой, забыл, как их открыть. Вот это я, наверное, раскопаю. Это же железо. Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, нет. Не пожалуйста, я спросил. Откуда там скелет? Надо закрывать за собой двери. Вот так же зомби. Может, так-то его получится убить? На. Блин. Это не получается так. Окей, я сейчас зайду туда. Попытаюсь убить скелета. Умри, умри, пожалуйста, умри. Блин. Я его пил, а он умирает. О, блин. Где я появился? Появился совершенно там, где мне надо было появиться. Где я вообще? Где вот эта деревня? Где эта деревня? А, мне надо вообще туда идти. Я понял, где я вас дожидаюсь. Так, семечки по пути соберем. Это полезно. Очень. Цветочки тоже. Ну, будем я в розочкой или это маку. Будем пить его. Умри, пожалуйста, 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 пожалуйста. А мы я его выгоняю. Выгоняю. Надо сюда с киркой зайти один раз. Так, зомби за мной нету. А, лагает. Проверим. Вот нет. Тут тоже никого нет. Убегаем. А, лагает вообще. Такая. Уже половина серии, а мы ничего не сделаем. Пыльная печь опять. Деревня. О, такая вообще в деревне все выходит. Нет, пожалуйста, крипер. Не надо. Крипер. Житель, уйди. В смысле, это кровать занята? Уйди, житель. Окей. Извини, но она мне нужна.
Зачем ты открыл дверь? А, ну ладно. А, ставится она так. То есть все исправно. Рада без монстра, как ты сел? Покаж. Рада без монстра. Где крипер? Все понятно. Крипер, монстр, уходи. Уходи, пожалуйста. Ну уходи. А ладно, я ухожу. Он ушел? Вроде да. О, овечка. Что тут собрались? Ладно. О, котик. Котик, стой, стой, стой. Котик. Кстати, надо его забрать в кровать. Извини. Может, сейчас получится? Все, уходи. Да, закрытый. Фух, слава богу, я уже. Тут я снимок экрана делаю. Все, спасибо, я ухожу. Стой. Я не ухожу. Мне эта кровать нужна, она лагает вообще. Новая вещь лагает вообще. А, дайте мне пройти. Что? Она не дается. Фух, все, прошел. Так. Что у тебя можно купить? 15 изумруд. А изумруд что? Ну окей. О, колокол. Как бы меня постучать? Куда вы все? Окей, это колокол. Колокол, когда они все уходят. Все понятно. За дерево мне его надо очень сильно. О, мне нужен, точнее. Окей, два кусочка хватит. Делаем вот так-то, вот так-то, вот так-то, вот так, вот так. Как? Что из него можно сделать? Что можно сделать? Вот это. Окей. Палочка у меня есть. Мне надо каменную кирку. Каменная кирка у меня там вот есть. Зачем я вообще сюда шел, чтобы купить вот это все? Окей. Надо быстрее, потому что скоро серия должна заканчиваться. А я так считайте, ничего не сделаю. Быстрее, быстрее, быстрее. А. Поэтому я тут. В смысле? Где мы потом? Потом. Вот это ямка. Те блоки земли. Они внизу. Ладно. О. Вот так-то пусть будет. И тут. О, блин. Зачем я все дома оставляю? Окей. Так. Зачем мне раз? Так, сделаем вокруг этой фигни. Так. Траве это тоже не делается. Ну ладно. Вот у меня все уже тут. Посадить осталось только. У меня все мокрое уже. Вообще нечего посадить. Так, так. Так, так, так. И она отсюда. Я взял мань. Еще это будем. Надо больше воды, больше воды, чтобы там было все красиво. И чтобы тут не было сухо. Там осталось еще немного.